Всем здравствуйте. Сегодня мы поедем заготавливать баланчики на доску. Погодка опять нас не балует. Хочу начать снимать полностью фильм от А до Я производства Комилодки. Так что смотрите, комментируйте весь процесс. Сейчас мы загрузимся и отправимся в путь. Ну вот мы загрузились. Отъезжаем. Поедем выбирать наши баланчики. Еду я сегодня не один. С Коляном. Мы сегодня с ним был на охоте. Мужик работящий. Без дела не сидит. Лебедочка у него существенная. В том году я вытаскивал один, намучился. Думаю, вдвоем будет легче. Как вы поняли, звук я накладываю. Что-то с камерой у меня случилось. Погода или что, наверное, мембранка подзамерзла. Или отсырела. Ну, честно говоря, снимать одновременно и работать неудобно. Очень. А материал хороший. Охота показать, как это все делается. Много людей, которые то ли цена не устраивает, то ли думают, что все легко. Вот хочу от А до Я, чтобы уже видели люди, как это все делается. Вот мы вторично переезжаем на другое место, потому что там ничего не нашли. Чуть повыше взяли. Выбрать балан очень сложно, но чем лучше материал для лодки, тем и делать проще, и прослужит она дольше. У нас на водном много мастеров было, сейчас осталось только двое. Я занимаюсь этим ремеслом, и человек, который мне показал азы этого дела. Не представляете, сколько вокруг. Вокруг уже корешок найти сложно. Не то, что балан для досок. Смотришь, смотришь. То ли винтовой попадется. Выбор невелик. Выбрать очень сложно. Закручено. Погода сегодня тоже, ветер, сейчас валить, сложно, ветрище. Вот что у нас в принципе и получилось. Дерево не стало слушаться. Ветер прямо на нас, а нам надо в другую сторону. С помощью клина, как бы не клин, да не мох, да бы плотник сдох. Колян кричит, даже не слышно. Вообще звук отказал на камере. Намучились мы с этим деревцем. Завалили. Вот мы уже вытаскиваем баланчик. Это второй. Один мы уже вытащили. Уже на берегу. Лебедка, конечно, выручила. Но двухтонная тащит только так. Многие, конечно, подумают, что можно было ошкурать баланы. Мы так делали. Они скользят очень быстро, легко. Но сейчас проблема другая. Сейчас не так быстро распиливают после нашего привоза. Солнце. Это первое. И балан без коры треснет. Из треснутого балана все уже, он пропал. Небывалой, голубой дали,
и на раме она ленточная. Второй вариант, они не хотят ее пилить. Пока ее тащат, песок, все остальное попадает. А так на раме шкуру снимаешь. Ну вот тягиваем потихоньку, сами видите. Вот лебедочка. На 2 тонны она, если на 4, не знаю, Колян что-то путается в цифрах. Ну тащит она. Вот предыдущий балан у нас ушел в этот. В берег прям воткнулся в мягкий. Долго мы его выковыривали. Вот второй приготовили. Это вот третий балан тащим. Сначала повытаскивались на берег. Вот кап. Я, наверное, до него доберусь. Если у меня задумочка, Бог даст, все получится. Вот третий пошел. Я уж не стал снимать, как мы его тут протаскивали. Он самый толстый. Сейчас нам надо перетащить на другой берег, ниже по течению. Потом уже трелевочник заберет их на раму. В том году вода была выше, я прямо с разгону заезжал туда, промеж кустов. И немного мне оставалось вытаскивать. А вода в этот раз что-то высоко поднялась, но упала тоже быстро. Вот оно мучительное. Жаль, подмога не пришла. Да, тут бы нам не помешало подмоги. Помучились мы с Коляном. Это мы второе бревно только привезли. Третье я уже не снял. За всю съемку там по 25 минут выходили кадры. Батарея просто села. Но получаем драгоценный опыт со временем. Все братушки полегли. В съемках я тоже человек новый. Так что, если что, не обессудьте. Стараюсь как могу. Сейчас я уже отснял материал. Пушка сдохла, как кокору заготовил. Так что следующее видео. Что ж, закурим. Оставляйте комментарии. Очень хотелось бы знать оценку трудов. Жаль, подмога не пришла, подкрепление. Многие люди, не сталкиваясь с этим, думают, что все намного проще. Что ж, обычно. Но это далеко не сходить просто так в магазин и купить что-то. Все собственным трудом добывается. Жаль, подмога. Так что комментируйте. Не пришла. Ставьте лайки, дизлайки, не знаю, кому как. Думаю, я это заслуживаю. Колян тем более. Он меня еще лет на 12 постарше. Ну, здоровый мужичок, молодец. Дай бог ему здоровья. Ну, до встречи. Также смотрите в следующем видео. Моя поездка за кокорочкой. Основание лодки. Тоже все дело в тайге. Ну вот. Получается. Сюда я подустал реально вообще.